Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Читаем вслух редкую книгу». Меня зовут Ксения Шелестюк, я работаю в отделе ценных и редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Сегодня я прочитаю вам рассказ «Дитя немысленный» из книги Катарины Дориен «Времяпровождение веселое и нравоучительное» или «Сказки нововымышленные в пользу малых детей». Эта книга была напечатана в Санкт-Петербурге в 1770 году. Один ее экземпляр сохранился в ценном фонде нашей библиотеки. Итак, дитя немысленный. Некоторое дитя встал в угол в горнице и плакал неутешно. Мать его, приведенная сим чудным случаем в удивление, спрашивала его о причине слез. Он признался по нескольким извинениям, что плакал о том, для чего он не так велик, как соседние дети. Мать, услыша такой ответ, засмеялась и спрашивала сына своего, не плакал ли он когда, что у него не более двух ног или двух рук. «Нет», — ответствовал он ей. Мать же сказала на то, «А для чего нет?» «Для того, что это необыкновенно. Я еще ни у кого не видал более двух рук и двух ног», — говорил мальчик. «А это будто обыкновенно», — продолжала мать. «Желать быть больше, нежели в самом деле есть. Подожди еще несколько лет, тогда и ты будешь столь велик, как и они».